Привет! Это видео о том, как я готовлю плов на сковородке. Сковорода должна быть с высокими бортиками. Я взял 3 средних луковицы и 3 средних моркови. Очень важно выбрать сковороду, чтобы не подгорало. Ставим максимальный огонь и наливаем масло. В разогретое масло бросаем одну нарезанную луковицу. В этот раз из мяса я выбрал свинину. Это ошеек. Нарезаю его кубиками и откладываю. После того, как первая луковица зажарилась до коричневого цвета, я выкладываю мясо. Нарезаем морковь также соломкой. Мясо должно хорошенько обжариться, чтобы стопился жир. Когда кусочки стали коричневые, мы выкладываем сначала лук, а через некоторое время морковь. Теперь пассируем все вместе, изредка помешивая, чтобы не подгорело. Когда все хорошенько обжарится и станет немного мягким, добавляем приправы. Соль, перец по вкусу, лавровый лист. И если есть приправы для плова, добавляйте на свое усмотрение. После того, как приправы перемешали, насыпаем сверху рис. Учитывайте количество риса столько, что он увеличится практически в 3 раза. Добавляем аккуратно холодную воду, чтобы она слегка покрыла рис. Приблизительно из расчета 1 к 2, но впоследствии воду можно будет добавлять, чтобы рис не был сухим. И, конечно же, не забываем про чеснок. Все готово. Не знаю, как ты, но я пошел все это кушать. Ням-ням. С тебя лайк и подписка.